Кстати, это не единственный случай, когда служители церкви используют высокие технологии или искусство, чтобы проповедовать. Мы собрали самые необычные способы приобщать россиян к вере. Иеромонах Фоти из Калужской области. Он стал победителем федерального вокального шоу «Голос». Этим и прославился на всю страну. Теперь гастролирует по городам и раздает интервью. Протоиерей Андрей Вальшанин из Пскова отвечает на вопросы прихожан на сайте храма. Дает не только духовные, но и житейские советы. Один из самых странных вопросов, которые задали протоиерею, можно ли сглазить кота в интернете. Отец Алексий, ключарь Свято-Троицкого храма Челябинска, известен тем, что сочиняет стихи и публикует сборники. Некоторые прихожане уверяют, прочитав рифмы, решили креститься.